нами Світлана Іваненко, психотерапевт, і говорити ми будемо про відносини, про страхи, які заважають нам будувати ці відносини. Світлана, вам доброго ранку. Доброе утро. Ну що ж, що хочеться розпочати, це питання таке. Если человек хочет создать семью, там, найти пару, предположим, ну вот что-то ему мешает, что-то вот не получается. Вроде бы, ну много таких людей есть, которые желание есть, прям вагоны, маленькая тележка, но что-то не выходит. Mm-hmm. И вот они не понимают, можно ли это назвать какими-то страхами скрытыми, какие-то неосознанными. Это вообще страх или нет? Ну, в практике я вижу, что это 90% страхи. Угу. Это могут быть страхи начать отношения, страх повторения прошлого сценария, страх, что меня не примут таким, какой я есть. Угу. Ну, вот об этом. А как эти страхи, они все-таки появляются? То есть, откуда они берутся? То есть, на основе чего? На основе какого-то прошлого, неудачных опытов? У меня много догадок. Может быть, вы скажете, откуда все-таки эти страхи? Ну, вот догадки ваши верные. Угу. Потому что, действительно, большинство страхов, они рождаются в прошлом неудачном опыте. Угу. Но особенно важен первый опыт, да? Как, угу. Если он был неудачен, если, допустим, получилось отвержение, да? Угу. То тогда внутри формируется вот этот страх, что меня могут отвергнуть. Угу. И тогда уже в следующие отношения человек либо не идет, останавливает себя, либо идет, но создает такие отношения, в которых, ну, снова случается отвержение. То есть это, ну, к сожалению, это достаточно частый такой сценарий. То есть мы идем и наступаем на те же самые грабли, вот, каждый раз одно и то же? Да, увы, увы. Это один вариант. Второй вариант формирования этих страхов – это когда ребенок видит сценарий отношений родителей. Ага. Да, и ему страшно, что он, когда вырастет, повторит такое же. То есть либо он встретит такого же самого человека, как, например, там, мама или папа, угу. Либо он сам станет таким вот агрессивным там, мужчиной там, или угу. Ну, повторит такую же роль. Вот я тоже часто слышал такую фразу, что дети, они часто повторяют судьбу своих родителей. Вот если вот мама, папа, как вы говорите, развелись, то, скорее всего, это и в будущем будет такое же. Вот вы говорите, есть такой страх. А вот само наличие этого страха, вот оно повышает вероятность того, что вот ребенок действительно повторит судьбу своих родителей. Вот сам страх, он приближает к этому, скажем так, неприятному финалу. Ну, в страхе много энергии и желания. Угу. Поэтому можно говорить, что если страх есть, то это какая-то предпосылка. Но это не гарантия того, что ребенок будет повторять судьбу своих угу. родителей. Совершенно нет. То есть нельзя говорить о том, что вот в какой семье ребенок вырос, вот такой сценарий он и будет повторять. Вот. Здесь я бы сказала, что очень важно для этого уже выросшего ребенка, да, ну, различать, что это моя жизнь, это жизнь родителей. Ну угу. и моя жизнь может выстроена быть совершенно по-другому. Ну, как я понял, вот все вот это наше будущее, оно строится на предыдущем опыте, точнее, на нашем отношении к нашему предыдущему вот. Опыту. Вот, и мне вот интересно, вот если вот все-таки мы, вот человек верит, что вот у меня было там первые отношения, вторые, третьи, вот они были негативные, они были какие-то неудачные, и все, вот такой вот якорек какой-то, что вот каждое новое отношение, оно тоже будет неудачным. Mm-hmm. Вот мне интересно, как вот избавиться от этой мысли, как вот забыть про это прошлое, mm-hmm. все, вот я живу новым днем, mm-hmm. то есть новый день. Передача как наша. И, соответственно, как это переписать прошлое, забыть о нем, вот избавиться, как отношения поменять. Что с этим делать? Есть такое понятие в психологии, психотерапии – завершение отношений. То есть mm-hmm. это завершение происходит не тогда, когда там, пара расстается, а тогда, когда внутри mm-hmm. происходит внутреннее такое прощание с этим, когда происходит уже такое спокойное отношение с грустью, с сожалением, может быть. Mm-hmm. Ну вот было, да? Mm-hmm. Вот. Так вот, для того, чтобы переписать это прошлое, как раз-таки и нужно прийти к этому состоянию. Ну, нужно, угу. чтобы эта боль переболела, нужно ее пережить эмоционально. Может быть, даже если вот как рекомендацию для домашнего такого употребления. Самопомощи угу. домашней, да, вот, то действительно написать, ну, не только событийный ряд, то есть, что случилось, угу. там, кто что кому говорил, а именно вот эмоционально, как проживалось это все. Ну, угу. для того, чтобы допрожить вот все то, что было. Ну и тогда вот большая вероятность того, что эмоционально эти отношения завершатся и в других отношениях будет по-другому. То есть мы конкретно все раскладываем по полочкам, все. Да. И будет полезно в этом плане, например, поговорить с тем, с девушкой или с парнем там? Не обязательно. И, не обязательно, да? То есть, mm-hmm. хорошо. А смотрите, еще часто такую ситуацию я вижу у всяких пар, женатых, неженатых. Часто такую фразу, например, ну да, вот моя девушка вот такая супер-пупер, но
можно вот где-то, мне кажется, где-то там ходит, и может быть даже и лучше. Я даже таких женатых пар знаю, что которые вот вроде бы нашли того человека, все хорошо, но почему-то кажется, что вот вроде как, ну, может быть, и не идеально. И мне кажется, вот люди, они просто боятся, может быть, потерять свободу. Им кажется, что где-то там может быть получше. Хочется искать новую пару. Но это ужасно. Это ужасный такой, не знаю, можно сказать, страх, который портит отношения все. Вот мне интересно, вот это тоже вот как это назвать? Страх потерять свободу, что ли? Или как это? Тоже, который мешает строить отношения? Знаете, как верхушка айсберга. Угу. Как верхушка айсберга, вот она видна над водой, это может быть как страх потерять свободу. Но у айсберга есть еще подводная часть большущая. Так вот, за вот тем, что вы говорите, очень хорошо прослеживается и слышится страх эмоциональной близости. То есть, ну, быть настолько близкими в отношениях, чтобы в этих отношениях оставаться. Ну, и тогда нужно начинать все время новые отношения. Ну, в которых проживать там фазу влюбленности, когда все хорошо и замечательно, но и не идти глубже, когда уже возникает именно вот эта вот близость эмоциональная, когда есть, ну, вот какое-то единение душевное, когда человек открывается, раскрывается. Да, вот как же уже всего успокоиться, сказать, все, вот это уже моя пара, а не думать, что где-то там что-то лучше. Ну, коль мы говорим о страхах, о страхах, то да, я могу сказать, что здесь еще глубже, как, знаете, как на черепахах, да? Еще один страх, на котором это все держится, это страх, что меня не примут такой, какой я есть. Ага. Если меня узнают до конца, ну вот так вот сначала, как будто бы хорошо, а если меня узнают до конца, то, возможно, не примут. Ну вот, пожалуй, что я бы обращала внимание на это. Насколько человек готов, ну и предъявить себя, быть самим собой в отношениях. И ну, ключевой вопрос, насколько человек уверен в себе, насколько достаточно ли вы адекватна его самооценка. Ну, если так подвести резюме, то что мы делаем? Мы, во-первых, мы принимаем себя такими, какие мы есть, ну, да, своими недостатками и со своими плюсами, конечно же. Второе, мы переживаем те негативные опыты прошлые, собственно говоря, и не стесняйся быть самим собой и работаем над уверенностью в себе, правильно? Да. Это вот, можно так сказать, 3-4 пункта, которые нам помогут строить отношения в будущем. Да, но единственное, что я бы поменяла местами, начинаем с того, чтобы доживаем прошлое отношение. Сначала доживаем прошлое отношение, опыт, а потом уже и... Хорошо, спасибо. Ну, я нагадаю, еще с нами была Светлана Иваненко, психотерапевт.